Дорогой дневник, сегодня это произошло. Я так долго этого ждал, и я так этому... Стоп, это же на YouTube. Всем привет и добро пожаловать на канал Моторпор. Буквально 5 минут назад решил продолжить работу над текстом для большого видео, которое должно выйти в ближайшие недели. Но не успел добавить туда даже один символ, прежде чем мне пришлось закрыть этот текстовый документ. И это первый случай, когда я рад тому, что не успел завершить начатое. Ведь причиной этому стал первый на аккаунте закрытый трофей цветного карпа с Янтарного озера. И не какой-нибудь призрак, а сразу самый красивый и желаемый многими рыбаками чешуйчатый старвас на целых 24 килограмма. Клюнул этот красавец спустя полтора часа на самой популярной точке для ловли карпов на Янтарном озере, а именно на так называемом пляже в квадрате Е4 с координатами 83-145. Клипса 36 метров, ставлю на метр больше в последнее время с соображений того, что при подмотке лески для натяжения этот 1 метр как раз таки и теряется. Сборку использовал точно такую же, как и в видео о точке возле дуба. Попа-бойлы Амина-22 и океанский криль-20 с дипом Амина-комплекс. В момент поклевки трофейного старваса на удочке стояла ПВА с дробленными бойлами и с очень некультурным названием. Наверное, его теперь стоит поменять, ведь шутка зашла слишком далеко. На пляж решил сходить, потому что на вечернем стриме я хотел половить на точке возле дуба, но видимо теперь фаворитом при этой раздаче у меня будет именно точка 83-145. К тому же сейчас, судя по чату на локации, раздача трофеев здесь происходит не хуже, чем на дубе, да и цветных карпов разных видов проскакивает немало. Особенно с учетом того, что в квадрате сидит наполовину меньше людей. Немногие поймут, но Янтарное озеро для меня один из лучших и самых интересных водоемов в игре, но одновременно один из самых бесячих. Ведь долгое время я не мог здесь поймать желанного цветного трофея любого вида, а игра кормила меня лишь недотрофами с разных точек и на разные сборки. Сколько бы времени я не определял игре и сколько бы не экспериментировал с прикормами и бойлами. Но теперь все поменялось, и все недотрофы и недосиние трофеи на этом водоеме не так важны, ведь теперь есть он. Тот, кто займет почетное место на трофейной доске в моем доме на Норвежском море. Я надеюсь, этот карп не последний трофей на этой базе, и компанией в доме ему составит и зеркальный красный карп. Желаю вам поймать своего трофейного карпа на этой точке, пока бойлы все еще работают и дают огромное количество трофеев. Обязательно заходите на наш сервер в Дискорде по ссылке в описании, где быстрее всего появляется актуальная информация, в том числе о клеве и о точках с трофеями. Ну и конечно же подписывайтесь на мой канал, хвастайтесь своими уловами в комментариях и поддерживайте видео лайком. Всем мира и добра, всем пока!